На НК4.ру вышла такая статья. Адвокат Михаила Ефремова прокомментировал данные о разводе актера с женой. Вот 1 февраля сегодня, и вот сегодня вышла такая статейка. В ней говорится, адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин сообщил о том, что появившиеся в СМИ заявления о разводе пары не подтверждаются никакими фактами. Он пояснил, что ранее у Кругликова не было доступа к деньгам из-за отсутствия доверенности. Вопрос с деньгами закрыт еще в прошлом году, пояснил он. И вот тут статья, заголовок. Михаил Ефремов, последние новости, сегодня 1 февраля. Оказалось, что Ефремов, угодивший в смертельное ДТП в центре Москвы, перед арестом спрятал круглую сумму подальше от жены. Ну надо же! Вот все они знают. Откуда вы знаете это? И еще далее. В заначке у артиста театра и кино Ефремова находится приблизительно 80 миллионов. Ну надо же, вы рядом стояли и прям считали эти денежки. Также стало известно о том, что деньги Ефремова находятся в ячейке банка ВТБ. Интересно, откуда вы это узнали? Что, разве банк ВТБ выдает какую-то информацию от своих клиентов? Нет. А что вы, откуда вы взяли? Супруга Ефремова, Софья Кругликова, является матерью троих детей. Актера совершает попытки получить доступ к финансам, но пока безуспешно. Она что, пытается в этом ВТБ-банке петицию устроить, пикет устраивает, чтобы ее пропустили к ячейке Ефремова. А я вам хочу сейчас рассказать мультик, если вы помните, «Кошкин дом». Кошка устраивала новоселье, приглашала всех животных, и вот у нее сгорел дом. И теперь она потеряла, значит, дом, осталась на улице и решила пойти на ночлег к животным, которых она приглашала. И вот она приходит, стучится козе домой, выходит козел и говорит: «Мне сейчас коза сказала, что у нас здесь места мало». А в данном случае с Ефремовым, перейдем к Ефремову, значит, козел этот говорит: «Мне сейчас коза сказала, что в ячейке денег мало, а в ячейке денег нет, там лишь бумажка с нарисованной фигой». Ну, вы меня рассмешили. Ребята-писатели, рассмешили, вы как осы, разлетелись, сейчас будете различные фейки сочинять. Ну, угомонитесь уже, ну, оставьте вы в покое Ефремова, оставьте в покое в Кругликову, дайте, чтобы возможность, чтобы кассационная жалоба была принята, чтобы прошла кассация. Что ж вы на горе людей-то устраиваете себе рейтинги, а? Вы мне напоминаете, ой, вы напоминаете просто ос, которые летят и думают, что бы такое придумать. Когда-нибудь вы слетите все на свечу, на которой у вас сгорят крылышки. Ну ладно, на этом все пошутили, и ладно, это мое такое мнение. Глупый вы народ, ребята, писатели, глупый. Ну что сделать? Да, ум приходит со временем, но я думаю, к вам он никогда не придет. Вас дома не было, когда раздавали ум. Ну а на этом все.